чуть-чуть, да, будет теплее. Вот новые басы это не придает, типа чуть-чуть вот так сконцентрировать. Вот эта минута сейчас больше нравится, на самом деле. Ну вот второй раз, можно так, как сначала, да? Thank you.
Thank you.
замечательно все выучено, с блеском и темп. Единственное, может быть, найти какие-то, ну, нюансы, которые, может быть, даже не написаны у автора, чтобы было сейчас немножко вот так, с начала до конца такое хорошее мецефорте, мне кажется. А там можно что-то такое найти, потому что пьеса такая романтическая, в общем, вполне, да. Что было интереснее. Так, впечатление, что замечательно человек играет, но немножко так, в общем, крутится одно и то же. Но вообще здорово, замечательно. Да, это она вчера приехала с конкурса, я ее не слышу. Она там, естественно, вчера с поезда вечером они приехали. И сегодня... А что это, как это? Ну, такой конкурс у нас есть, входит в ассоциацию российских конкурсов, в Рязани конкурс Бобылева. А, в Рязани? В Рязани, да. Я знаю, там поехала комиссия из Екатеринбурга, с которой я сейчас общался там. Это Усминский, да, Иванов. Мы, да, в общем, она, конечно, там выложилась, это был первый тур, на втором туре она играла Мендельсона, поэтому она, конечно, сейчас опустошенная, тут она не сделала приблизительно половины того, что она делала перед тем, как она уехала, вот прямо накануне. Да нет, она замечательно играет, и все. Сейчас это далеко не замечательно, но это простительно, что это не верно. Найти какие-то более интересные, ну, какие-то нюансы, как я помню, феноменально. Когда-то эту пьесу играла, знаете, Нелли Школьник, когда она была совсем молодая, готовилась к парижскому конкурсу, я помню, там обязательно эта пьеса была. Дух захватывал от ее именно интерпретационной вот такой вот стороны этой пьесы, то, что там все. Ну, это все играют в школах. Так что, может быть, просто поискать, чтобы это было более артистично. Ну, это как у нее поэзия. Сегодня нет артистизма и нет половины того, что ну, там вам, есть. Вам лучше знать, я же первый раз. Ну да, намерение не надо, не обидно. У меня впечатление очень. Ну, это подошли, слышали лучшего. Очень хорошо. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Спасибо, Вика.